наш сегодняшний фестиваль был посвящен мечте. Все наши участники прошли испытания и добрались благодарить тренеров, хореографов. Что делает маяка? Всем привет! Великая гимнастка, олимпийская чемпионка, организатор спортивного шоу «Алина 2018» поделилась впечатлениями от фестиваля. В этом году фестиваль «Алина» был юбилейным 10-м. По-настоящему сложно нам было только 10 лет назад, когда фестиваль проводился впервые, и нужно было доказать, что мы нужны российскому и мировому спорту. Основная трудность, пожалуй, заключается в том, что все наши участники – профессиональные спортсмены, и их очень сложно собрать в одном месте. Наши хореографы в течение года ездят по регионам и ставят номера, но потом у нас остается всего 3 дня репетиции в Москве, чтобы объединить все в единое целое. Когда смотрела шоу, то чувствовала гордость за то, как много у нас в стране талантливых детей. В зале сидело 6 тысяч зрителей, а они ничего не испугались и с удовольствием показали свои номера. У нас есть замечательная команда хореографов, которые ездят по стране и просматривают талантливых детей. В некоторых регионах художественная гимнастика развита очень хорошо, в некоторых не очень. Но таких мы тоже приглашаем, чтобы им было куда стремиться. Мы шутили с Ириной Александровной по поводу мне стать тренером. Но все гимнастки уходят, составы меняются. А она остается. Ирина Александровна создала уникальную школу художественной гимнастики, которая сейчас помогает не только России, но и в Японии, и Китаю, и многим другим странам. Я очень люблю мой вид спорта, но каждый должен быть на своем месте. Пусть Ирина Александровна работает, а мы вместе будем рядом. Отдельная? Да, да.